Дальше идет модель двери Monolith Muscle. Это дверь уже 5 класса защиты от взлома. Дверь, ну, у которой, скажем так, и сравнить с каким-то там даже близким конкурентом, ну, по большому счету, куда ни тыкни, это, ну, там не будет дотягивать, ну, как минимум в половину. Как по защите замков, обычным металлом, каленым металлом, как по звукоизоляции, герметизации, ну, превзошла, ну, все там условных конкурентов. Поэтому Monolith Muscle, здесь уже подбор замков, естественно, он состоит из топовых замков. До недавнего времени дополнительный замок сувальный Show Barrier Premier в новой комплектации. Он заменен на замок Multilock Omega. Замок израильский, уже с возможностью перекодировки. Также редукторный замок. Его преимущество, в отличие от, допустим, Barrier Premier, который был, бесшумный ход у этого замка. Также компактные ключи. Тому Monolith Muscle здесь уже он может комплектоваться либо цилиндров Abloy Protec 2, либо EVO 4KS. Единственное, что здесь уже идет совершенно другая броненакладка. Броненакладка нашего производства Monolith. Броненакладка, которая также даже близко, ну, там, с чем-то сравнить по, скажем так, твердости, по возможности расколоть корпус. Здесь как бы близко по толщине шайбы. Здесь, честно сказать, как бы сравнить не с чем. Толщина шайбы у броненакладки Monolith более 20 мм. Твердость этой шайбы, ну, если ее даже сравнить с вот этой топовой Азифаусто, твердость этой шайбы почти в два раза выше. Ну, там пусть не в два раза, но просто для понимания, вот это все начинается после 45 единиц твердости. Все, что начинается после 45 единиц, это уже каждая единица, это, ну, образно отбрасывает вообще набор сверел, набор фрез. И, допустим, с твердостью более 60 единиц таких сверл, скажем так, чтобы просверлить вот эту шайбу, то здесь их уже фактически не остается. Это уже только надо победитовые сверла, которые, в свою очередь, очень хрупкие, и такую толщину, чтобы просверлить, ну, в принципе, можно сказать, нереальной задачей.